Камера мотор, начали. Всем привет. Соскучились? С вами Лилия, Ева и Ангелина. Ну что, начинаем смотреть. Большой. Я не о животе далеко. Турбо называют. Я могу. У меня все говорят, что я на Брюса Ли похож. На деньги или как? Давай на деньги. Оттягиваюсь по полной. Сейчас. Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал. Под прошлым видео вы набрали 100 тысяч лайков буквально за один день. Ну и я, как обещал, уже снимаю новые видео для вас. Теперь для выхода следующего ролика нам необходимо набрать 500 тысяч подписчиков. У меня спор с блогером Владом А4, может быть, вы его знаете. Кто наберет больше подписчиков, сейчас у него, как вы видите, больше. Поэтому отписывайтесь, пожалуйста, от Влада А4 и на меня. Ну, а если серьезно, набираем 500 000 и новая часть толстяка уже на базе. Но 100 тысяч все равно лайков было бы мне просто приятно. Не смею вас задерживать, гримируемся и начинаем прямо сейчас. Let's go! Извините, есть минутка? Ты чё? Я не помешаю, если присяду рядышком. Это хорошо. Это хорошо было. Прошу прощения. А что вы делаете? Игры качаю. Игры? Игры качаю. На телефон, в смысле, или? Игры. А, я думал, к разговору. А чего вы не отжимаетесь? Просто я смотрю, вы уже почти минуту. Наконец-то, достойный соперник. Можно тоже сделаем? Пожалуйста. Для этого спортзал не нужен, вы в метро, когда идете по лестнице, и тот также качаете. А вы каким соревнованием готовитесь? Блин, офигенно. Да? А я тоже готовлю. Планка отжиманий есть? У меня, например, планка, ну, пока одно отжимание. Я держу ее, планку эту. Вот, ну, пока да. У меня веревочка, я без этого. Я бы вместе с вами в лесенку бы сыграл. Ну, более такое серьезное, там, не знаю... Не знаю, на руках там что-нибудь, отжимания. Может быть, оцените форму? Где хватает, где нет? У меня даже с отжиманиями легко, потому что я так... Да, давайте на повышение. На деньги или так? Давай на деньги. Давай на деньги? Много денег. Видите, на руках стоит ходить, отжиматься? На руках нет. Икры не нужны, если есть плечи могучие. Примерно могу что-то такое. Да. Может быть, где-то сейчас... Опа! А можете принцип чуть-чуть объяснить? Ага, да. А-а-а! Минут 15. Сейчас я просто думаю. Я думаю, на что 1000 потратить. Так. Вы попробовали бы просто на руки встать где-нибудь и... Так, пожалуйста. Вы легкие пути ищете. Это вот у вас икры, это у вас отжиматься. Это вы просто облокотились. Да нет, все нормально. Оставь так вообще. Опускаемся, только коленочки назад. Сейчас. Тяжело. Осторожно. Еще? Думаю, пиццу закажу на 1000. Почти весь ты сказываешь. Стоечку можно на руки встать и отжаться. Покажешь? Через минуту подойду, покажу вам. Завтра на сцену готов, я уверен. Серьезно? У меня все говорят, что я на Брюса Ли похож. Мы типа с ним, ну, внешне схожи. Я смотрел, как его отжимания были. Вы поднимаетесь, вы тратите. Что, гум запиться? Да пока не надо. Это ж не дверь. А вы все о том же, да? Конечно. Откуда эти штучки морочные такие? Оп. Да. Не хотите попробовать? Они помогают, они как мотивация. Ну, это, ну, заканчивай, сейчас я вам покажу, как правильно. Наверное. Он там делал, сейчас я скажу, как-то вот. Я тебе тоже желаю удачи, может быть, и увидимся как раз. Главное, чтобы не на одной сцене оказались, а то, ну, сам понимаешь, перееду еще. Не лишний. Лишним был третий Биг Мак. Ой, боже мой. Вот так. Пошел. Он делал. И погнал. Шоки. Ага. Нифига он мочит. Как так? Супермен. Да. Ну.
Не. И тебе не советую. Вот так. Аж хочется задержаться тут. Я вообще бы офигела бы. Честно было? С отягощением попробовать. Вы садите, да, я попробую. Один раз. Давайте сейчас. Секунду. Вот. А, нет, не так. Жулик. Еще вот по одному. Скоро ничего, реально поднимет. А вот за кошельком лучше сходить. Опа. Я вот прям мечтал, чтобы это и денег приносило тоже. Да не надо. С ремнем. Угу. А теперь выложитесь. Офигеть. Где этот зал? Я могу крылышки одолжить, если нужно. Если нужно. Спасибо. Друзья, кризис становится все труднее зарабатывать, но кто-то умудряется не только зарабатывать, но еще получать пассивный доход. Для таких людей идеально подходит площадка Avalon, которая поможет заработать на инвестициях даже тем, кто в них не разбирается. Ведь их команда состоит из профессиональных аналитиков и экономистов, которые покупают акции и крипту по низу рынка и продают на пике. Таким образом, они делают стабильную прибыль и делятся с инвесторами по 1,3% отложенных в день. Вы можете, перейдя по ссылке в описании, присоединиться к сотне тысячам успешных инвесторов и инвестировать уже от 100 рублей. Но даже если вы не собираетесь инвестировать, вы можете просто перейти по ссылке и зарегистрироваться, тем самым поддержав мой канал. Друзья, но самое главное, не забывайте, что у любой финансовой организации, даже у тех же самых банков, возможны риски. Поэтому принимайте решения сами и зарабатывайте с умом. Ну а мы продолжаем. Вдруг откуда ни возьмись. Вы все никак поднять не можете? Спиной. Может помочь тебе? Стрясешься? Место встречи изменить нельзя. Вам девушкам же нравится, когда парни танцуют правильно. Активные, подвижные, чтобы сразу видно было. Вот это мой калибр. Извините. Опа. Для чего? Для ног? Мне кажется, нагрузка на спину идет, когда вы так это. Вот, там будет самое. Я просто вижу, что ты неправильно делаешь. Я тебе хотел подсказать просто по технике. Видишь, как ты правильно знаешь. В плане. По форме видно. Бедрами как-то круто. Да, зря ты, да. Вот так это нормально выглядит? Да. Да? Сила богатырская. Давай. Лосо закидываем и потом к себе, к себе, к себе, к себе, к себе. Как она девчонок кадрит. На что? Да она и так есть, в принципе. Еще больше будет. Она чуть, если больше висеть будет, уже будет некрасиво, мне кажется. Ого. Она выглядит легче, чем она есть. Ты знаешь, кем говорит? Меня Турбо зовут. Если такая более клубная музыка, то мы можем что сделать? Значит, сначала мы собираем коробочку. Вот здесь сверху дерево, мы его нарезаем, получается, вот так. Элемент, вот это что-то, не выучишь. И вот так вот коробочку упаковываем. О, отлично. Как хорошо. Глаза не закрываем. Веду мой мотивационный спортивный блок. И я вот хочу, чтобы вы мне подыграли. Все мне там. Ноги? Вижу. 10 секунд, одну историю просто снять на Инстаграм и все. Сейчас, я примеряюсь пока что. Так. Да ничего на самом деле, можно просто стоять. Выходов просто не поделать тут. Ой, а что это она? Так. Ой, заберите ее у меня, заберите. Да, конечно. Заберите, я не хочу с ней. Заберите. А что она такая? Как вы видите, в нашем марафончике. Вот так, да, как-то? Что-то. Можно не только похудеть, но и познакомиться в зале с замечательными девушками. Но мне больше нравится брейк-данс, потому что он такой же, как я. Вот я сейчас познакомился с этой дамой. Пойдем с ней сейчас после зала вместе отдыхать в ресторанчик, не ресторанчик, спортивный, активный, двигательный. Скорее покупайте места, делайте свайп. Моя кличка Турбо. Приобретайте форму своей мечты, и девушки сами подтянутся к вам максимально быстро. Мне кажется, мы не договаривались насчет ресторана. Да это понятно. Ну, где надо, это не надо. Ресторан обещать не могу, но рублей 200-300 могу как бы скинуть. А где не надо, нам быстро. О, ну так даже экономней. Давайте, наверное, удалим эту сторис. Или наоборот, я сам не понял. Почему так? Еще это первый подход, первый дрим. Главное, в общем, чтобы турбо врубалось. Ну, один раз я сделал. Конечно. Разбежечка. И поехали. Сейчас, давай. Опа. Боротики. Опа. И погнали. Отлично. Подниму. Нифига. А это на какую группу мышц? По форме видно, да? А это на какую группу мышц?
Вот так. А это? Ага. А ты думал, я неловкий, что ли? Опа. Думал, неуклюжий. А это? Удержание. Можно даже на одной руке. Опа. Офигеть. Вот тебе и сама девочка. Вот так. Да, а если вот так вот от себя отодвигать? Руслан, что, я сделал сальтуху? Ну, мы тогда точно идем в свидание, правильно? Втроем прям. Нормально? Правильно. Ну, получается, вы мои стройки? Пойдемте куда-нибудь. Старик парни отдыхает. Жалко, что, к сожалению, мы дойдем только до камеры, которая снимает вас, потому что это пранк. Простите меня, пожалуйста, здесь вот поскрой. Камера потом снимает. Блин, так четко вот вообще. Мне так нравилось, чувак. Как в детстве? Подколы классные. Ягода. А я 145. Арбуз это. Кстати, тоже ягода. Одна. А я с чипсами. Похрустим. Как будто падаете, но не падаете. А без рук? Штангу кто не разобрал? Я видел, как ты поднимал штангу. Там штангу вот есть. А что потом вы будете в этой пятнашке играть? Там вот это все. Тяжело? Ну так, да, немножко. Просто медленно бежишь, я поэтому... Не против, если я к вам подкачу? Мне так мотивации больше будет. Я, например, вот так вот не могу загнуться, а сальто... Конечно. Но я не сальто, я меня по-другому зовут. Не переступай через штангу, да? Как бы не разбирайся с собой, спасибо. Если все такое. Вы же наложили. Как он закрутился, да сальто делал? Я спортсмен профессиональный. Сжигай жир. Зачем? Для маневренности не мешает. Меня Никита зовут. Мои любимые пельмени были раньше. Хорошо, просто вы переворачиваетесь, крутитесь как кончик, аппетитный. Пойдем покажу. Вы прям давай, ускоряете. Покажи, кто здесь. Какие-то большие провода. Я как ураган ношусь. Меня как турбо называют. Я могу... Я верю. Едем друг к другу навстречу, но никак не доедем. Я могу постраховать, хотите? Боже, откуда он берет эти фразы? Да, кстати, вообще. Ленин также говорит. Ну вот, собственно. Я вообще не понял. Переступаю. У меня есть турборежим. Сейчас я как атмосферный двигатель работаю, но потом в один момент я могу подключиться так. Вот. Все задохнулся. Да, надуло. Ну что? А почему нет? То есть, получается, не ты был. Получается, не я. Блин, ты уже третий. Желание бешеное имею. Сейчас я за притрену скажу как раз. У меня вообще, между прочим, очень даже большой. Я не о животе далеко, а о таланте и о харизме. Я с руками-то не собираюсь делать, это с руками сложно, конечно. Я все пытаюсь, чтобы кто-то разобрал ее. Да, я помогу разобрать. Ух, а вот и я. Кстати. На йогу? Опа. А потом ко мне на йогурт. Хорошо, спасибо. Я очень активный, могу доказать. Не хочешь? Нет, спасибо. Без рук-то легко. Ого. Мы ее поднимаем? Опа! Пошел! А вот и турборежим, да? Сейчас давай турборежим. Она сейчас офигеет. Ну, да, конечно, йогу звала его. Мне интересно, вот, когда поднимается так, да, видно, что внутри? Ну, снимать что будет. Наклончика. Реактивно. Конечно, конечно. Они уже сами делают. Себя там болел. А что такое, кожик? Хорошо. Оттягивает по полной. Парень видный, реактивный. Ничего себе. А при чем здесь флажок? Так худеют? Тогда мне не нужно. Как мне на вас попробовать это? Вот, получите? Ну, девушки всегда сначала ломаются, потом нормально. Я наоборот стараюсь набрать вес. Да. Почему? Ну, чтобы видный был мужчина. Ага. Ну, вот так, я думаю, вряд ли получится, конечно. Мне в магазине толстяк сказали, что я слишком маленький. Прикинь, сделай. Как вы знакомитесь?
правда, не понимаю. Секрет. Пошли дальше. Что может это камера? Блин, бро, не могу найти. 500 000 на канале не могу найти. Не могу найти, потому что их пока что нету, друзья. Помогите мне добить 500 000, устройте мне праздник. По-любому наберет. А если новую часть, устрою праздник вам. Ставьте лайк этому видео, потому что 100 тысяч это тоже обязательное условие для нового толстяка. Ну и с вами был Никитос. Всех обнял, всех приподнял. Всем пока. Пока. Нет, ребята, смотрите, да, внешность обманчива. Да, как говорят, это как уже... говорят, не судите книгу по обложке, да. То же самое о людях вообще. Да. На самом деле, да. Первое то, что впечатление всегда обманчивое. Ну и юмор зачетный, честно. Да. Вообще, тем более просто, в спортзале. Еще вообще, в такие знаешь... моменты. Мы как будто едем друг к другу, но не можем доехать. Арбуз это тоже ягод. Нет, это просто да. Мне просто интересно, откуда он этим питается. А мне кажется, оно по такое есть в жизни, мне кажется. Да, есть такие люди. Есть такие люди, просто на ходу то, что думают, то и говорят. У них получается прям отлично. Круто, максимально. Класс, мне очень понравилось. Давайте поддержим его, подписывайтесь на его канал. А также подписывайтесь на наш канал, да. Ставьте лайки и нажимайте на колокольчик и не пропускайте наши видео. До скорых встреч. Все, всех пока. Целуем, обнимаем, пока.